Динамичная и компактная версия классического волейбола. Две пары, сетка, мяч, песок и прямая зависимость от погоды. Но именно кратковременность сезона делает этот вид спорта летним украшением. Летом я занимаюсь именно пляжным волейболом, а так в основном я ассоциируюсь с классикой. Пляжный волейбол – это как просто любимое дело. Классика больше характеризуется силой в игре, а пляжка – это больше про хитрость, про технику. То есть не обязательно быть сильным, не обязательно бить во второй метр, чтобы выиграть в пляжке. На первенстве 11 команд девушек и 17 юношей. На соревнования допускаются спортсмены 2007-2008 годов рождения. Чтобы не выбыть из турнира, нельзя проиграть больше одного матча. Для Брянской области пляжный волейбол имеет ключевое значение. Наши спортсмены регулярно привозят медали как со всероссийских, так и международных соревнований. Совсем недавно на первенстве Центрального федерального округа в Орле брянские волейболисты-пляжники завоевали сразу три награды. У Николая Мовчана и Артема Цыпко – золото. Андрей Лучкин и Иван Мосин вернулись с бронзой. А среди женщин второе место заняли Кристина Костикова и Лидия Мигаль. Сейчас вообще пляжный волейбол, он очень пользуется спросом везде. Во всех регионах нашей необъятной родины. Мы стараемся, и все стараются развивать этот вид спорта. Он очень интересный, зрелищный, красочный и доступный для всех. А на Бежецком песке самыми мастеровитыми оказались Ангелина Дорогокупец и Полина Терехова, Жиров Никита и Никита Типальчук. Кирилл Новиков, Алексей Рязанцев, Брянск.